Лето в Красноярском крае закончилось, констатируют синоптики. В выходные по всему региону ожидается облачная и прохладная погода. В центральных районах столбики термометров не будут подниматься выше 15 градусов. В южных ожидается 13-18 градусов выше нуля. По ночам и вовсе будет от 0 до плюс 2, а на севере края похолодает до отрицательных температур. Начиная с воскресенья и до середины следующей недели ночные заморозки ожидаются и в других районах края. Кроме того, по всему региону пройдут обильные осадки, а в конце месяца специалисты ожидают мокрый снег. Осадки мы ожидаем интенсивными в субботу по всей территории центральных и южных районов. Дожди мы ожидаем очень интенсивные, местами сильные и по нашей терминологии очень сильные. Вот дальше эта ситуация, циклон с холодным фронтом, который принесет нам такие дожди, он будет приподниматься на север, и такие же интенсивные дожди пройдут в Овенки. Вслед за отходом этого фронта вот начнется похолодание.